Идущий на профит, приветствую тебя, привет, друзья, дамы и господа, рад вас их видеть, лайки, подписочки, колокольчики, конечно же, нажимаем, начинаем. Сегодня 17 октября, давайте смотреть, что у нас по биткоину и криптовалютам. Ну что, долгожданный отбой с пампом и с последующим подавлением случился, то есть от нижних объемов мы ликвиднули и десятки сверху, которые были 28 800, и плюс еще вот эти вот десятки на 29 тысяч вот отсюда вот. Если рассчитать, то тоже десятые плечи чуть выше. Короче, всех, кого могли, выжили до последнего. Не знаю, почему вчера Strange показал 360 миллионов. Я сегодня посмотрел, где там 96 миллионов всего было. А, это он, наверное, со всех актив, но все равно. 96, 23, 6. А, ну еще плюс лонги. Это, конечно же, скорее всего, только в одну сторону ведь, да? Вот это вот вчера был. Да, 92 миллиона. А, ну и да, 44 миллиона. Но все равно не получается больше 150. А, ну чисто биточек. А, ну ладно, неважно, как дальше, что действовать. Но я думаю, что будут разворачивать. И будут разворачивать, к сожалению, не так быстро, как хотелось бы, да? Потому что, ну, зашел я в исторические ставки, где они у меня тут. Они до сих пор, ну, достаточно холодные. То есть, да, у нас уже мелькает тут нейтральная ставка, но все равно. То есть, надо смотреть подряд, чтобы 5-7 дней не было. То есть, нет, 5-7 выплат не было отрицательной ставки. Холодная она для сильного падения. Хотелось бы, конечно, сравнить это с разного рода альтами, когда мы тоже как бы отклонялись от хая, делали вид, что делаем накопление, в итоге сильный памп, и потом опять дамп. Это было на Аве, по-моему. На Алго я вчера на стриме показывал. Стрим, кстати, в записи есть, если что, можете смотреть. Так, сейчас вот. То есть отклоняемся, да? Делаем очень сильный памп с выносом. Очень сильный памп с выносом. То есть сколько тут волатильность-то была. Да, почти 50% дали. И потом подавление. То же самое было на Алго. Ну, там даже вообще с перехаем манипуляция была. Насколько я помню. Вот тут вот, в 21 году. Пам-пам-пам. Ну, давай быстрее. Вот. Тоже сильная манипуляция с выносом шортовой ликвидности. Ну и дальнейшее погружение. Но опять же, я думаю, что здесь будут разворачивать и не один день. То есть мы на это можем потратить вплоть до месяца. К сожалению, рисую такую разворотную фигуру. Да, мы можем не сделать уже в конечном перехай, либо его сделать там чисто формально несколько раз на пару пипсов. И вот такое движение, все скатится. Хотелось бы, конечно, увидеть быстрое изменение тренда. Ликвиднули всех и просто стоп зашпили, погнали. Но пока осторожничаю. Вчера взял шорт на одно плечо, чтобы выйти всем тем спотом, который у меня был в бакс, по сути, создав синтетический шорт. По сути, при любом падении я буду получать в битках столько, сколько мы отпадаем. Ну, то есть, по сути, я к одному в шорт стою, к одному плечу, и в долларах у меня всегда будет стабильная сумма. А количество битков будет изменяться на ту сумму, на которую мы будем падать. Это я сделал для того, чтобы, например, если мы пойдем выше, я много не потерял, я просто, по сути, в доллары сижу, и я в долларах не буду терять. Если, например, я окажусь неправ, и мы тут недолго будем находиться, а прям с текущим мы пойдем вниз. Ну, что ж, у меня есть шорт 31200, и будет вот второй шорт к одному плечу. Ну, по сути, выход в доллар. У меня будет синтетический такой доллар. Если будет качать USDT, как обычно бывает, я не пострадаю от этого. Ну, в общем, и в целом, конечно, хочется взять где-то от третьего до пятого плеча, чуть выше, но об этом пока что рано. Я думаю, что ближайшие недели, две, возможно, три уйдет на то, чтобы мы будем формировать какую-то разворотную структуру.
Вот. Ну, обязательно в телеграм-канале напишу, если буду брать шорт, обязательно подписывайтесь. Я опять же на ютубасе также скажу. Спасибо за лонг. Пожалуйста. Привет, благодарю за прогноз на 16 октября. Лайк, спасибо. Вчера было очень весело. Это про стрим, да? Пожалуйста. Будет еще веселее. Если мы все по сценарию пойдем, там будет Good Morning Vietnam. И за шорт спасибо, теперь можно и на 25 сходить. Ну, я думаю, что для себя я решил... Вы, если хотите, берите. Я пока решил, что не надо торопиться. Так, не успел на экстренный стрим. Был вопрос. Локально посмотри эфириум, пожалуйста. Какой перехай может сделать? Эфир меня не порадовал. Я думал, что он будет выносить. Ну, кстати, есть еще варианты. Я думал, что он все вынесет. Вынесет до вплоть до 10 плеча. 15.35. Даже пускай снизу он даже этого не сделал. 15.35. То есть даже до десяток не дошел в то время, как биток вышел. Ну, в общем, в целом... Эфир может быть способен на то, чтобы вынести все до 1800. То есть, серьезные какие-то сделки я бы рассматривал на шорт по эфиру вот только от этих значений. То есть, если он придет к десяткам, я тут не буду брать шорт на эфир, потому что обычно так и бывает, что его начинает пампить, он выглядит как умирающий лебедь, потом очень сильно начинает пампить и забирает всех. И не получилось шортануть биток, тому, кто начинает шортить эфир и его ликвидирует еще сильнее. Так, меня отстопила Сибнефть. Она по всем зажимам уходит на 1.414. Сделай обзор Сибнефть, пожалуйста. Я потихонечку набираю, но я набираю на таком вот глобальном графике. Пока что риск уйти. Но опять же, вот я начинал с 700, да? Сколько мы ушли? Ну, на 8%. Неприятно, конечно. Вот, я думаю, что может еще там уйти чуть-чуть выше. Ну, уйдет на, пускай, на 10%, но потенциал падения 54%. 50 для меня. Поэтому я продолжаю держать. Так, ну, держать шорт я имею в виду. Уважаемые, здравствуйте, можно посмотреть биток на дневке? Там три вершины образуются, две уже есть. Основа 24800 около того. Можешь разобрать его. Спасибо за вчерашний стрим. Так а я разбирал на стриме, который посмотрел. Ну, допустим, тут три вершины. А что дальше-то? Пока идеально голые плечи, то есть врезались в уровень. Если мы не дадим, это вообще будет по красоте. То есть не дадим еще захват куда-то сюда. Да, если будет все-таки перехай, тут будет сложнее структура, как бы это все, ну, не ушло выше. Так, лайк, колокольчик, подписка. Думаешь, могут за башку отвести, если дорисуем головой и плечи по битку? Я считаю, что мы уже ее дорисовали. Да могут, а кто их запретит-то? А могут и не могут. Артем, спасибо, пожалуйста. Все трейдеры приходят этап, когда приходится спать на газетку лифта. Вчера оторвал весь депозит с руками, стал 10 долларов. Ну, печально, конечно, соболезную. Много, конечно, вчера разлетелось. Ну, блин, не знаю, в сути, конечно, то, что... Тебя депозит оторвал, скорее всего, шортил. Но опять же, риск менеджмент никто не отменял. Меня тоже отстопило, когда мы там на 17 тысяч на 18 тысяч поехало. Но у меня не было такого, что у меня там 10% депозита оставалось. Риск менеджмент начинается с того, что делать, что делать. Сейчас уже ничего не делать. Депозит на смену устраивается, смен побольше брать. А так, в общем и в целом, надо понимать, что если вы набираетесь там на полке, ну, например, на лонг, вы должны понимать, что вы не должны с этой полки... Ну, вот я для себя, ладно, я совета не буду давать, я же скажу, как я делаю. Я считаю, что вот если я набираю здесь вот шорт, я ставлю, ну, например, шорт беру биток, 2-3%, ну, 2, например, эфир процент, ну, если он хорошо выглядит, и там мальты какие-то по 0.5-0.25, смотря какие, если лоукапы 0.25, если там обычные говнокоины 0.5, и в общем и в целом я не должен на полке вот это потерять 5-7%. То есть если я теряю 7%, надо задуматься, что-то я делаю не так. То есть если 5%, ну это норма. Поэтому вот при таком движении не меньше, то есть не больше 5% я должен терять. Вот. А если теряю 10, ну это бред. Это значит,
риски завышены. А если, например, на биржу нельзя будет зайти и проскальзывание. 30% депозита. Ну, что-то сейчас я уже не хочу в такое играть. 10% депозита, чтобы тебе заработать, надо 11%. То есть, чтобы тебе хотя бы выйти 0, тебе нужно огромное усилие отторговать это все. Так, Артем, что скажешь по ТВТ? Откуда такой памп? Или может кто-то заранее тариться, а мы не в курсе новостей? Я не хочу быть в курсе новостей, мне все равно, что там на ТВТ и вообще на другом активе происходит по новостям. Ну, смотри, опять же, есть вопрос, в каком зажиме мы имеем дело, с каким зажимом. То есть, это зажим 1, 2, 3, и, по сути, 4, и сейчас просто это колебание вокруг нижней касань, нижнего касания, который все равно, в общем, в целом будет подавлен. Либо это все-таки просто уже выход вот из этого большого зажима потихоньку. Ну, опять же говорю, 0.51 и 14. Это наши цели. Мои цели по ТВТ. А что там за памп? Что, обсудить новость, что ли? Ну, там чушь, сейчас вспомню. Где-то я читал. Какие-то кошельки заблокировали. То ли с Play Market убрали, то ли еще откуда-то. И ТВТ помпанули. Атом, Алина читает инверт графику, смотри. Ой, часовик не буду на альтах смотреть. Ребят, все, что касаемо альтов, я рассмотрел на стриме. Пока не буду смотреть, все там очень плохо. И у лайткоина, и у догикоина, и у атома. Все вниз идет, все вниз, все работает. Даже вот, где там? Вот, зажимы по многим. А там вот доги. Все, вышел из зажима. Будет еще ниже. Я думаю, что это все разворотно. По лайткоину вышел. Нет, еще не вышел, кстати, из зажима. Сейчас будет, ну, четвертый должен быть пробой. Юни должен быть пробой. Пробой был, тест состоялся. Все, идем вниз. Аве тоже. Потестили, все. Идем ниже. Че непонятного? Все, все вниз, все. Дефолт. Армагеддон. Сушите сухари. Все, лайки, подписочки, колокольчики. До новых встреч. Да пребудет с вами прибыль. Пока.